Хей, йога и смешинки, мы продолжаем вредить игру по названием Made of Scare. Так, мы, в принципе, с вами нашли последнюю часть. Элемент сломанного фамильного герба. Поэтому мы с вами отсюда выходим. Мы с вами, на всякий случай, если что, сохранились. Используем фамильный герб последний. Вот скажите, как он узнал, что я именно здесь? Откуда он по звуку понял, что я здесь? Я же уже ушел оттуда. Ну нет, он типа бежит за мной. То есть они сами заскриптованные. Ну хотя здесь можно делать так, чтобы вообще не использовать. В принципе, я мог не использовать, активировать, сразу бежать в лифт. Подожди, а там два этажа, да? Так, на всякий случай возьму. Томас? Томас? Мой дядя Авраам сейчас может быть на третьем этаже. Ты знаешь, где он? Нет. Но несколько мгновений назад я слышала, как кто-то где-то внизу. Как мне попасть туда? Надо быть ко мне на чердак через комнату моего отца в западном крыле. Так ты сможешь пройти ко мне. Все в порядке, я буду осторожен. С моей дядей и раньше не стоило шутить, а теперь... Я вообще не уверен, что он человек. Он зверь, Томас. Молю тебя, будь осторожен. Пожалуйста, будь осторожен, Томас. Так, вы хотите сказать, что теперь я буду... сражаться с челиком, который... скорее всего, уже слышит. Но прежде, пока мы пойдем сюда, мы с вами спустимся вниз на Чи и посмотрим, что такое Чи. Чи — это, по идее, подвал. Хотя Чи — это может быть и холл. Типа холловая, ну главное вот это входная. Типа это не считается как этаж, а считается этажи со второго. То есть первый этаж это второй этаж, ну типа если по дому смотреть. Типа как-то так оно там работает. Ну сейчас короче посмотрим. Так, подожди, а что у меня за... Почему я здесь не был? Почему я здесь не был? Так, окей. Ой, забыл запись включить. У меня места там уж мало осталось, ладно.
Так, что мы с вами вообще получаем? Мы на третьем этаже. Ее дядька, как я понял, это тот здоровяк, который как будто из Evil Within. О, не Evil Within. А с... Как он? Обитель зла, короче. Здоровый этот. Если он будет за нами гнаться... Ну, блин, я не знаю, это как бы, знаете, немного рушит систему, что типа... Ой, смотрите, они, короче, слепые, поэтому передаю гостя тихо. А звук произошел, допустим, вот там, да? А я здесь нахожусь. А он бежит оттуда сюда, как будто он знал, он знает, что я там. Потому что это вся херня заскриптованная. Так, письмо Пруденс к Элизабет. Моя дорогая Элизабет, пишу тебе эти строки с тяжелым сердцем, зная, что у нас осталось мало времени вместе. Пожалуйста, знай, дорогая моя, что я очень ценю и люблю тебя. Я должна была рассказать тебе еще очень многое. Это дом и болото, на котором он стоит, полно секретов, многие из которых слишком ужасны, чтобы говорить о них, и я боюсь, что сама была их частью. Я была молодой девушкой, увлеченной своим очарованием и обожанием твоего деда и отца, обещанием власти и славы, которые давали им их открытие. Так, так, так. Есть ли справедливость в этой земле жизни, говорят, она есть в следующей. А я плачу свою цену. Я всем сердцем желаю, чтобы за мои грехи не пришлось расплачиваться тебе. Я столько не сделала. Я более всего сожалею о том, что не имела достаточно сил, чтобы покинуть отель Скер. Что не увязала тебя подальше от этого места. Не увезла. Что была так сильно поглощена его чарами. Это ошибка, которую я не хочу, чтобы ты повторяла. Беги из этого места. Не оглядывайся. Не соблазняйся его сладкой мелодией. Моя дорогая дочь, пожалуйста... Не горюй обо мне, но знай, что я люблю тебя всем сердцем и душой. Бесконечной любовью, Пруденс. Так, короче, что можно понять? Во-первых, еще до хера писем. Поэтому у нас еще место есть. Нам еще один целый ключ нужно будет где-то раздобыть. Короче, мы ходим просто по дому с вами, да забейте. Ага. Ну, я, конечно, сюда пойду, потому что оттуда бежать некуда. И сейчас, знаете, такой скримак жесткий. Бам! О, карта. О, еще одна часть. И куда-то в нижний этаж проход. Здесь две комнаты. Здесь я по-любому буду убегать. Ну, в плане просто сюда зайти и активировать что-то. Пройти вот так вокруг. Здесь активировать и вернуться сюда. Типа туда-сюда. Отсюда я смогу. Хотя я заберу это. Если тут прохода нет. Я вернусь сюда обратно. И отсюда вот выйду сюда. Так. Хотя вот так. Или так. Или вообще сюда. Ну, как вариант, да. Может быть, сюда, отсюда, сюда. И отсюда, сюда, и сюда, обратно. Тут мелодия играет. Сюда не пойду, сюда сейчас иду. Не люблю манекены. Статуи, манекены, какая разница?
О, это же древние вещички. В чем западня? Куда я могу спрятаться? Подождите. Ладно. Если что, я сюда вот спрячусь. Было ожидаемо, но я думал, что-то, что я возьму, и оттуда на меня нападут. Ну да. Китти. Так, ты что, напугался? Но он хотя бы за мной не гонится. Если что, у нас есть вот это. Единственное, что можно сказать, ключ потерян. Так, он где-то за этим шкафчиком. Вот мне это отвигается, интересно. Так, ладно, ключ спиздили. Нам сюда за куклой. Потом сюда. Тутифрути, тутифрути. Нам не страшно. Нихера пролагало, значит, кто-то здесь есть. Ага. Ну, мы сюда. Ты отсюда кто-то полезет. Нет. Это если что, лифт для поднятия и опускания еды. Так, сюда я в последнюю очередь пойду. Идемте прямо. Во-первых, где-то сейф-комната должна быть. Скорее всего, здесь будет сейф-комната. Поэтому я иду туда. А, тут вообще детская. Ну, как я понимаю, пока лучше не стоит, да, брать? Либо я возьму, и, скорее всего, шкаф завалится. Давайте на всякий случай пока перестрахуемся и пойдем сюда. Потому что, ну, не просто так сокращение пути дают. Ух ты, шлем. Стоп, это же его спальня, да? Так, если что, я могу сюда спрятаться. Так, план Элизабет по созданию песни противодядия. Мой отказ петь разочаровался, но лишь... осорочил его планы. Теперь он
поглощен идеей воспроизвести запись песни того существа на одном из его механизмов. Должен быть способ переиграть ее, ослабить или нейтрализовать влияние какой-то мелодии или песни, которая послужит противоядию. Мне понадобится помощь, но как рассказать об этом? Риск того, что эта песня проберется наружу, слишком велик. Возможно, если бы я могла разделить ее на части, так же, как мой отец сделал со своими записями, и обратиться к четырем разным композиторам, с каждой из них по отдельности. Но кого мне попросить? Моего дорогого Томаса? Конечно же, кого же еще? Томас Эванс, Матильда, Артур, Генри Хью. Вот оно что, Томас. То есть я должен написать буду. У нас есть с вами вот. Раз, два. То есть у нас есть Томас. Стоп, у нас есть уже Томаса. Что такая музыка? Так, сюда, если что, можно будет спрятаться, можно будет. Я бы сюда хилку поставил. Ну, скорее всего, на легком уровне сложности она тут была. Изначально. Нифига тут елочка упала. Я ищу самый безопасный пока. Сейф комната. Это я понял, короче. Комната Матильды. Время вышло. Отец собирается использовать свою большую физгармонию, машину, которая нас сам зовет, использовать сезон записи песни этого жалкого существа на своей семье и персонале. Во время финальной репетиции его грандиозное открытие, последние репетиции. Я не готова. Я пыталась придумать сама. Пыталась до кровавых пальцев и надернования. Но, наконец, два композитора песни «Противоядие» прибыли в отель. Я должна поговорить с ними до начала финальной репетиции. Мне остается только молиться, чтобы это было достаточно. Я могла тихо уйти, исчезнуть. Последний, я думала об этом снова и снова, но это использует стану жертвой экспериментов моего отца. Нет. Я должна смотреть в лицо грехам нашей семьи, и если придется, то заплатить за них. Я надеюсь, что мне придется это делать. Мне придется. Я надеюсь, что мне не придется это делать, так как боюсь, что моя сила и решимость могут подвести. Томас, где же ты? Ты мне нужен сейчас, любовь моя, больше, чем когда-нибудь. Короче, понятненько. Кто ты? А заметьте, что все стекла, зеркалы, они разбиты. И тут написано, кто ты. То есть уже говорится о том, что она тоже стала одним из них. Ну, знает, короче говоря, это только мое, так сказать, воображение. Контр. Ладно, сюда пойдем сразу. Так, сюда это обратно, да?
Ну, в принципе, смотрите, если я хочу попасть сюда, мне нужен будет ключ. А, это значит, у меня только один путь это сюда. Мордор, убийца. Было бы, если было бы написано еще задан наперед, тогда была бы еще отсылка. Он ударил меня. Нихера он меня ударил. Так сказать, приложил, так приложил. Так, короче, мне нужно его как-то забайтить и быстро отсюда бежать нахер. Молотина громкий. И понимаете, дело в том, что он тоже в этот момент получается слепой, но он видит. Подожди. Это я его забачу сюда. Если его забачу сейчас сюда, это у нас... Где он сейчас? Здесь. Сюда, сюда. Я быстро сюда сбегу, посмотрю, что здесь. Ну, по шагам он довольно... В смысле, ты так быстро уже вот этот путь преодолел? Открылось? Что я не заметил. Вот это уже пошло все, ребята. Вот это уже сложно пошло. Ну, сложно в плане обмана его. Мистер Икс. Мистер Икс, у вас довольно хорошая шляпа, вы замечали? Так, письмо Томаса к Элизабет. Моя дорогая Элизабет, я получил твое письмо, и мое сердце наполнилось тревогой после твоих слов. А значит, что ты страдаешь в руках моего отца? А, в руках своего отца, и что он запер тебя в отеле Скер. Выше моих сил. Выше моих сил. Однако я должен уважать твои желания и приложу все усилия и талант, чтобы выполнить твое поручение и создать для тебя это творение. Я буду работать день и ночь, когда... И когда я закончу, то в ту же секунду сяду на самый быстрый поезд, чтобы добраться поскорее к тебе, моя дорогая. Навеки твой, Томас. Так, подождите, мне нужно вообще разобраться, куда мне еще идти и куда бежать.
Так, это куда вообще проход? Это он сейчас ко мне сюда, да, придет? Если да, тогда стопэ. Так, мне нужно его заплатить сюда, чтобы он сюда шел. Я тут пробегу вниз. Стоп. А что мне вообще дали? Куда мне бежать? Подождите, я запутался. Я потерялся. Нихера он тулит! Ты чё такой? Мистер Икс! Я не пойму, чего он такой быстрый стал. У меня ключа нету, чего ты такой агрессивный? Чего ты так летаешь? Мнать он быстрый. Так, короче, сюда быстро, сюда в люк. Так, короче, пока что батим его на люк. Это жесть. Но я на него эту херню не буду тратить пока что. Мистер Икс, пожалуйста, не будьте довольно быстры. Вы понимаете, что намного быстрее, чем я. Для чего вы это делаете? Просто скажите мне. Так, подожди. А зачем я только это сделал? Для чего я вообще здесь? А фиг его знает. Я уже все, я уже запутался. Я открыл, получается, сокращение пути сюда к лифту. И все. Дальше не знаю, что делать. Что может быть? Мне сейчас один фиг подниматься наверх заново. Так, подожди, как мне цель? Найдите цилиндры в отеле. Угу. Найдите способ попасть на чердак. Угу. Прикинь, он сейчас такой. Это он на меня сейчас сразу будет нападать, получается. А что я тогда натворил? Черт. Ну я тогда дам его себе ударить. Один фиг мы знаем примерно маршрут. Не, ну. Ладно, окей, если бы он просто ходил, но куда он начинает бежать, вот это вот реально стрёмно, потому что я не настолько бы. Хотя вы видели в начале, что с ним происходило. Идем просто задом, он бьет, промазывает, все. Но зато он на высокой сложности, я понимаю, что он меня с одной тычкой ударит. Здесь он убивает меня с двух тычек. Что это за херня? Иди в жопу! Так, подожди, это он сюда сейчас пошел. А ключа у меня тут нету. Вот что это за фризы?
Теперь вопрос, как мне так сделать, чтобы отсюда убежать. Куда мне... А, вот проход. Это мне его нужно сюда забатить. Быстро сюда, сюда и сюда прибежать. Пока чмо. О, монатино, тут еще все закрыто. Охереть. Так, он сейчас вот здесь идет. Так, ну в принципе, я должен успевать с этой стороны добежать до того промежутка. Забагать я его никак не смогу, мне кажется. Но главное слушать по его шагам. Если он побежит, значит это уже бессмысленно мне бежать в ту комнату. Я сохранюсь. Мы зажжем наш слабый огонек вместе. Он будет гореть всю ночь. Так, 32 минуты уже снимается. Я в комнате безопасности. Он меня закрыл в комнате безопасности. Ты понял? Хер. Это моя комната безопасности. А что ты мне сделаешь? О! А что такое? А что такое? Паспорт, покажите. Так, нужно будет сюда и сюда забежать. Следующая серия уже только. Вы! Иди отсюда. Я сохраняться не буду, время уже 32 минуты, в принципе, у меня 28, просто я... Не хочу, чтобы у меня место зря закончилось. В принципе, ребят... Давайте мы сейчас... А чё он теперь будет тут постоянно со мной ходить? Я хочу посмотреть, что тут за дверь. Сбегай туда сейчас и уже закончить на самом деле. Короче, мне нужно... Какая-то дверь с этим, с рыцарем. Ну ладненько, тогда на этом, думаю, мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.